добра. В принципе, наша игра, похоже, вот есть такое в IT, есть такое говорит о кластеризации, когда берется какое-то количество, делится как бы какие-то данные на какие-то группы. В принципе, у нас тоже данные есть все. 10 данных, мы делим это все на группы. А делит их шериф. Просто у него есть какая-то команда, которая строит каждый. И лучше, когда есть еще какая-то информация, кроме команды, когда каждый игрок пытается дать еще обычную проверку. То есть какая-то еще информация идет как бы от каждого игрока, помогает чуть построить более правильную проверку, чуть больше информации, как бы это помогает как бы, более быстрее сделать саму кластеризацию, быстрее разделить на команды. Находится одна команда, плюс находится вторая команда. Поэтому будет много лучше, если каждый игрок начинает как бы, сыграть четвертого, пятого и дальше, будет как бы, обычную проверку. Как бы, это будет давать как бы... Тайм-аут. Пожалуйста, делайте тайм-аут, прежде чем это делать. 10 секунд. Ты больше не пропускаешь. 10 секунд. За каждый игрок будет давать информацию еще, кому хочешь проверить, как бы это будет показать шерифу. Понять, кто с кем. Это время. Доброго дня. Я красный. Потому что мы как-то нервничали речи, забыли, ну, это тоже можно не говорить, но я помню, как мне однажды господин Антон ответил, что, да, что вы не сказали, что вы красный. Вы не сказали, что вы красный. Ну, поверили бы, да, сразу. Это полуруком ради. Я оставила с пока что скобками, могу тоже передаться. И я красный игрок. 10 секунд. Спасибо. Спасибо. Игрок на 3. Доброе утро, город. Джессика, красный игрок. Первый игрок, речь, он, в принципе, запланирован. Это, как сказала, уже до начала... Ночью я сказала, что, о чем будет говорить, и поэтому об этом и поговорил. Поэтому, действительно, я тоже ставлю пока что за скобками. Речь была довольно-таки ровная, но ни туда, ни сюда. То есть очень так вот пока что серо. Второй игрок, не знаю, по эмоционалу я сейчас с вами почему-то не поиграю. Мне не очень понравился ваш эмоционал. Как-то не знаю, может быть, я просто давно не была, и я уже забыла. Но как-то вот он у меня не красный. Окей, поэтому с вами я тоже не поиграю. То есть, если у меня один за скобками, с вами я просто пока что не поиграю. Я не знаю, не говорю цвет, но я вас буду внимательно слушать. Есть еще секунд. Раз. Еще раз, я красный игрок. Желаю всем хорошей игры. Спасибо, пас. Спасибо. Я не поиграю, сыграю Дейенерис, красный игрок. Я не поиграю с игроком номер один. Игрок номер один на первом номере может говорить гораздо лучше, как он доказал тут. Чуть раньше, на прошлых играх. Я выставляю игрока номер один. Давайте учиться опять для тех, кто с нами не так давно делить по нулю. Вот. Те, кто сидят на номере 9-10, спросите, с кем хочет пилиться игрок номер один. Вы знаете, как озвучить попил? Ну... Желательно выставить кого-то с другой стороны стола и географически половина стола. В общем, с 2 я тоже не играю, с 3 играю, с 2 нет, согласно стройке насчет эмоционала двойки. Спасибо, пас. Ну, у меня речь единица. Я бы оставила со стопками, но можно в то же время и осторожно открыть. Я думаю, что я, наверное, выиграю. Я просто на речи единицы думала, что ой, сначала вообще ничего не понятно, потому что поэтому, думаю, за скобками оставлю. Ну, вот по печам любых игроков, я думаю, что с единицей я, пожалуй, поиграю. Он мне окраснится. Игрок номер 2 попыталась ехать в единицу. Сказал он красный игрок. Сказал он красный игрок. Это вообще ничего. Что черный не может сказать, что он красный. Господин Абадон как раз всегда рассказывает, какой он красный. Это вообще не... Ну, эмоционал, не знаю, как оценить эмоционал. Но, в общем, я не играю. Значит, с игроком номер 3 я по позиции играю. Речь мне понравилась.
три для меня покраснее, чем один. Четыре, вот своим выставлением, это само по себе не черный ход, но просто за счет того, что там вот в конце закрывают стол новые игроки, это вот не очень так хорошо. Доброе утро, город. Клео Красный. Начну с двоечки. Двойка играть не буду. Мне не понравилась ни речь, ни эмоционал. Тройка. Я сам играю. По нулю. Четверка. Пока оставлю скобку, не хочу послушать. Пятерка. В принципе, речь мне ваша понравилась. Вы очень хорошо все рассудили. Я сам поиграю. А вот что касается единички. Ни на красную, ни на черную карту. Речь нейтральна. Я бы больше склонялась к тому, что он все-таки более красный игрок. Но я его оставлю на заскок. Я хочу его послушать, чтобы закрывать следующий круг. Спасибо, пас. Привет, Холостин. Да, дорогой. Хотите шестерка пилиться? Двойка хотите пилиться? Выставить двойку? А что, будет география? Поставь. От этого, от того, что это фигня, а не география. Игрок 4 у меня красный. Просто, наверное, не красный. Красный или не красный, не могу понять. Фигня, а не география, да. Или нет? А что-то долго играть. Нет, скорее всего, не красный. Сделала фигню, боимся всего. Три новеньких игрока. Сейчас будем всех пилить. Ладно, красный. Хорошо. Игрок номер один, на мой взгляд, не очень красная речь. Сначала думала, игрок номер два, да, с вами. Я думала сначала с Джессикой, игрока черный. Но пока с вами не играю. Значит, я только с двойкой. Четыре, да. Пять. Вы с двойкой не играете, ну что? Я согласна с тобой. Ну, даже черный может сказать, что он красный игрок. Тем более в самый первый круг. Нулевой круг. Это не совсем точно. Насчет речи игрока номер один. Ну да, она такая, она серенькая, не очень внятная. Но это не повод выставлять его в нулевую же ночь. Я не вижу как бы смысла для попила в данный момент. Я бы поиграла с игроками номер 5 и 6. Спасибо. Спасибо. Нам надо делать какой-то подъемник или... Так, значит, один вещь мне не очень-то понравилась. Я пока что не смогу с вами сыграть. Два, вы так же, как я, вроде бы не сыграли с один, да? Но... Так что я с вами могу, наверное, сыграть пока. И вещь была нормальная. С три... Три речь была хорошая, вы тоже не сыграли с игроком номер один. Так что тоже можно сыграть. Четыре начала говорить о попиле. Я хотел новые игроки, я не очень понимаю, как этот попил работает. С игроком номер пять, наверное, тоже буду играть. Пока что. Я согласен с тем, что игрок номер пять сказала. Шесть. Шесть пока что за скобками. И все не очень помню, что вы говорили. 8, что я не очень понял вашу позицию, так что пока что не могу играть, конечно. А игрок номер 9. Мы выставим только один игрок по нулевому кругу. Надеваем маски, садимся в полночного жителя, голова опущена. Thank you.
которой добрая ДРК под номером 3. Ваше крайнее право лучшего хода. Не жестикулируем до озвучивания лучшего хода. Ваша минута. Вы были здоровы, блин. Я как бы еще спала и думаю, подумают они о том, что я не была, блин, месяц, и дадут поиграть. Мне нифига, для чего давать поиграть, правильно? Мне не понравилось, я скажу свою тройку, чтобы вы могли говорить. 2-4-7. Мне не понравились эти игроки по нулевому кругу. 2 не понравилось, потому что я уже озвучила, почему. 4 не понравилось вот этим вот выставлением единицы. И чуть-чуть подмазалась тут. Ну, не знаю, не понравилось, короче, мне. И 7 мне не понравилось тем, что вдруг 7 берет 2 и играет с 4. Вообще, то есть вообще не в тему было. Команда как бы взяла всех, кого, по идее, не должна была брать, и была какая-то нервозность. Это вот такое. Может быть, вообще не в тему, но вот эта вот тройка мне больше всего не понравилась. Я сказала 2, 4, 7. Это моя тройка черная. А кто более черный? 7. Скажем, я даже начну так. Я скажу 7. 3. Мы прощаемся с игроком. Это 2. Доброе утро. Игрок номер 4, я вас сейчас послушаю. Я с небом доверяю вашу речь, но вы со мной не поиграли. Счастье, я оставляю вас за скобки, я сейчас вас еще раз послушаюсь. Правда, я не поняла, почему. Я не поняла, почему вы взяли 4, но вы примерно единственное. Поиграли, тоже 10. 8, я не вот, я тоже вашу позицию взяли. 3, 4, 5, 6, 2, помню точно. 10 секунд. 9, я думаю, нет. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 2. Сейчас мне 2 еще меньше понравилось, поскольку вообще не дает позицию, а озвучивает кто что говорил по каждому игроку. Значит, несколько человек пролетели на проверку двойку. Я надеюсь, двойка проверится. И если двойка красная, шериф ей подмигнет, если она проверилась. И двойка нам скажет, что она не голосуется, если она красная. Вот, значит, по прошлому кругу пятерка мне понравилась, шестерка. Я не очень поняла вашу позицию, потому что вы выдернули тоже игроков, то есть и то же самое семерка. Вот, да. Значит, из того всего круга мне понравилась, получается, пятерка, десятка, уже единица у меня не такая плохая. Тройка, когда оставила код, она расставила акцент. Она сказала, что 3 почернее, потом 2, потом только 4. Вот я с этим согласна. Да. Смотрите, двойка уже выставлена. У меня, в принципе, посмотрела, двойка выставлена. Но я согласна с тройкой по акцентам. Я выставляю игрока номер 7. Я ее еще послушаю. Скажите, я еще подумаю. У нас выставлены еще игроки. Выставлен еще игрок. Я думаю, выставление будет. Семерка, чем мне не понравилась? Понравилась меньше, чем двойка. Двойка никто не поиграл, никому не понравилась Юри. Семерка с ней поиграла, как будто она знает, что возможно, двойка красная. Вот это вот меня настораживает. Теперь к игрокам 9-10. Не то, что я крышую там четверку, я не уверена в цвете, но то, что вот выставление единицы по нулю, это не черный ход, это нормальный ход. Он просто не очень хороший в этом случае, потому что закрывают стол неопытный. Сидел бы там опытный игрок где-то на 9-10, было бы вообще шикарно. Поэтому четверка для меня такая очка. Доброе утро, город. Доброе утро, город. У вас есть защита игрока на 7? Ну, если 7 красный, тогда я играю с ним. Если есть защита, я спросила. Так, пятерка, мне очень понравилось ваше рассуждение. Я согласна с выставлением двойки. Двойка мне не понравилась, я с ней и не играла. Значит, но семерка, как семерка говорит, что у нее защита. Ну. Четверка, я вас очень хочу послушать. Мне ваши речи ни на любом кругу, ни сейчас не
речь ваша не понравилась. Я вас хочу послушать. Значит, игрок номер 8, игрок номер 10, я с вами играю. Девятка, я вас еще хочу послушать. Единичка, я очень хочу вас послушать. То, что я говорила, не буду второй раз повторяться. Мне нужна ваша речь. Спасибо, пас. Добро. Семь не голосов. Так, выставлен игрок номер 2, правильно? Да, тоже там. Я бы игрока номер 4 выставила, если вы не стали... Я сначала хотела вас выставить, потому что в 2-4 кто-то у меня, в моих глазах, в паре 2-4, она давала тройку 2-4-7. Я что, буду против своих черных играть? В паре 2-4 кто-то черный, правильно? И это у меня было такое видение стола. Теперь я смотрю, что вы жестко против 2 играете, 2 делает заявку. Значит, у меня у 2 цвет усиливается в черную сторону. Теперь так дальше. Нужно кого-то выставить, потому что я не могу стоять на голосовании. И знаете что? Игрок номер 4. Допустим, вас я ищу красным. А что вам 10 номер? Нравится его позиция? Он там вообще под конец вообще никого не слушал. Давайте так, оставляю игрока номер 10. 10 секунд. 10 принято. Подождите, подождите. Я же не закончил. Подожди, дорогой, еще не закончил. И это время. Игрок номер 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Спасибо, это номер 9. Знаете, вот еще до того, как пришел игрок номер 3, у меня было чисто интуитивное понимание, что, возможно, 2, 4, 7, нормально. Или у нас очень умная мафия, но, возможно, у нас очень умная мафия, и просто они хотят подставить одного из игроков, чтобы на них не подумали. То есть, в таком случае, вполне возможно, что 4 и 7 – это мафия. Но... Или мафия кто-то другой. Ну, из тех, кто сейчас, я бы, пожалуй, выставила игрока номер 4. Я бы ставила игрока номер 4. 4 принято. Пас. Игрок номер 2. Мне ваша речь в этом кругу меньше понравилась, чем в прошлый раз. Игрок номер 4. Вы со мной играете, но вы для меня более черные. Игрок номер 6, вот я хотел спросить, как вы решили, что 7 красная, потому что она вам показала жестами, что она красная? Так что, она же даже не поговорила пока что. И... А, шериф оставил? Я не понимаю. Ладно, не важно. На свой игрок номер 7 я слушал практически всех, просто не очень-то понял, что вы сказали. Я так все-таки озвучил свое мнение, где номер 8 после вас? Да, слушал. Последних тут. А на свой игрок номер 8... Я до сих пор не знаю, вы до сих пор за скобками. Я не очень понял вашу позицию. Игрок номер 9. Я, наверное, согласен. Возможно, 4 и 7 мафия. 10 секунд. Я выставляю игрок номер 4. 4 стоит. Все, спасибо, пас. Спасибо. Добро, это город. С кем я тут могу играть? Это будет 5-6. У меня тут более красное. 5 более красное. 5 меня слушает, конечно, моя бабушка. Мы пока красные. 5 у меня более красный, чем 6, но я играю 5-6 пока. Вот между 2 и 4 у меня 5-6, один мах. Может даже 2, но 2-4 как бы в лучшем ходе. 8 игрока я не понимаю, потому что я не буду дать ему цвет. 8 минут с скобками. У меня как раз раскладывается тройка 2-4. 2-4, один мах. Может, скорее всего, один. 7, 9, 10 надо искать. Там где-то там достаточно же. Тут есть две красных проверки. Где-то ты шипаешь. Видите, только бы не коспался на стол. В принципе, я ручку не посетил. То есть 2 и 7 из F. 2 и 7. Я выставляю 8-9, как я не могу разобраться. Выставлю, так понимаю, сейчас 2, 4, 10 и 7. Да. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 2, 7, 10, 4. Голосуем в порядке 2, 7, 10, 4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Спасибо, принято. 0 голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо, принято. 0 голосов. Кто за то, чтобы стол покинул?
не проголосовал. Номер 4. Ваша крайняя. Вообще это вы сказали в другой последовательности. 2, 7, 10, 4. Потому что 4 было выставлено последнее. А голосование было в другой... Ой, я пропустила. В общем, я красная. А насчет попилов не буду сейчас тратить время объяснять. Вы сейчас вынесли красного игрока. 2 и 7, 2 заявки. Понятное дело, одна из них ложная. На следующем круге будет критический круг. Шерифу нужно скрываться, если шериф кто-то, кто не так давно играет. Вот, и уже смотреть. Ну, как бы, примите во внимание, что право на ошибку город потратил. Вот, плохо, что у меня ушли все голоса, поскольку пока получается, что голосование не показательное. Победу красный. Всем прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в пол ночного жителя. Голова опущена, руки в плечах. Видела вскрытие единицы двойки. Для меня единица как бы, ну, больше шериф. Я бы сказала, шестерка. Мне речи совсем вот не понравились. Игрок номер один увидели, я просила проверить 6. А теперь так. 2 для меня краснее. Для меня единица шериф, поэтому 2 красная, 7, соответственно, черная, 6 тоже. Я не уверена, я не говорю, что это 100%. Так, четверку я проголосовала, потому что она поиграла против двойки и как бы в одной команде с семеркой. Сейчас в городе критика, и нужно определяться, кто шериф. Подумайте. Мы прощаемся с тобой. Доброе утро, город. Ну что ж, я вскрылась шерифом, и я есть настоящий шериф. На первой ночи я проверила игрока номер 7, я и моя. Почему я не проверила двойку? Потому что я видела то, что игрок номер один маякнул ей, что я это видела. Я проверила, еще раз повторяю. На первую ночь я проверила игрока номер 7, проверка красная, и игрока номер 5 я проверила. Я хотела двойку, я не пошла проверять, потому что я видела скрытие шерифа. Значит, на сегодняшний момент я в зубы играю семеркой. Семерка продолжает. Значит, теперь смотрите, что у меня происходит здесь. Соответственно, единичка черная. Двойка я не могу сказать, либо черная, либо красная. Может быть красным, как может быть и черным. Значит, то есть если меня вы не вынесете, я хочу проверить двойку. Там мы посмотрим. Спасибо, пас. Спасибо. Доброе утро. Какая вторая? Двойка первая проверка? Вторая проверка какая? Пятерка? Знаете что, вы такую речь правильную сказали. Дайте какие-нибудь проверки шерифу. И мой тоже этот шериф сказал. Я сказала, 10 проверьте, 9 проверьте. Пошли пятерку проверять. Короче, смотрите, шестерка мне подмигнула, да, на первую ночь. Я знаю почему, потому что я просила шестерку на проверку. Она же не могла сама себя проверять, она пошла меня проверила. Поэтому я ее защищала. Когда я стояла на голосовании... Я выставила десятку, выставляю игрока номер 10, для того, чтобы скрыться шерифом. И шерифы, у меня шестерка шериф, и есть еще вскрывшийся шериф единичка. Они равнозначны, поэтому
Я не поняла. 10 секунд. Выставляю игрока. А зачем? Выставляю игрока номер один. Давайте. Господин ведущий. Один. Высок один. Вы не понимаете? Номер 6 принято. 9. Интересно у нас получилась ситуация. А, то есть шериф сейчас будет проверять игрока номер 10. Да? Окей, хорошо. А мне по эмоционалу больше нравится шестерка, когда бы по ее речам было. Но мне кажется, что ничего. Я дождусь проверки. Я дождусь проверки, и тогда я точно для себя решу, кто из ваших. Пас. Так, игрока номер один, если хочу послушать, что вы говорите. Так, я покажу, не уверен, кто шериф. Не буду решаться. Игрок номер семь. Игрок номер семь. Вы спрашивали игрока номер шесть, почему она проверила игрока номер пять. Нет, вы спрашивали игрока номер один, почему она проверила пять, да? Игрок номер 6 тоже проверил 5? Ну. А. Ну просили же 5, нет? Ну, я что пока что не знаю. Ладно, спустила пас. Да, просили. В принципе, у меня была проверка. Что скажешь, либо 8, либо 9, либо 10, потому что там у меня цвета вообще нет. Нет, но 5 просто проверяю, потому что я знаю, 5 тысяч черных надо сидеть до конца, потому что это наиболее опасный грузослон, который у кого идет проверка. Дешевле. Если вы меня спросили, я просто всем, слушайте, что я вам рассказываю, что приятно номер 5. С вами, конечно, интересно. Да. У меня сейчас вообще вопрос, сколько была моя красная проверка не гонят. Сколько считает, так. Я вот точно двух. Да. В принципе, я сейчас 8, а проще или 9, или 10 сейчас, потому что как бы. Сейчас стоит, кто стоит сейчас один, по-моему, и вообще иначе сейчас стоят два шерифа, как бы. Это знаю, я ставил номер 6, я поставил номер 6. У меня нет черных проверок, у меня только как бы есть. 10 секунд. Сейчас проверю либо 9, либо 10. Не скажу кого, чтобы не было стрела. Одно мне сейчас очень не нравится, когда она играет. Моя красная проверка. Точно. И это 3. 6. Какой вы шериф? Вы не выставляете своего черного. Почему вы не выставили один? И 7 то же самое, нельзя выставлять 2 раза. Если что. Вы уже сейчас проверите. Ну и все. Примерно. Не, мне уже выставили 6 на меня черные, 6 уходит. Потом уже это. Не, я думаю, 9 более красные, это уже 8. Можно проверить тем, то, что вы не проверяли, но... Что вы шепчете, Сем? Пытаетесь заменить на свою черную сторону? Нет. 10 секунд. До меня 9. Красно, 1. Мальчик. Он не подвинул. А тебя же он дорогой видела. И... И это 3. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены руки. 10. 6. Голосуем в порядке 10. 6. Кто за то, чтобы стол покинул? Игрок номер 10. Спасибо, принято. 2 голоса. Поставьте руки, кто не проголосовал. Игрок номер 6. Ваша крайняя. Ну, молодцы, вы кинули шериф. А теперь играйте без шерифа в игру. Молодцы. Я на вас очень надеюсь, Иван. Я думаю, что тут осталось 3 мафа за столом. По моим посчетам. Единичка, двойка, ну, может быть, десятка. Ну, нету другого. Мы проиграли, потому что определили хорошо шерифа. Я все-таки настоящий шериф, а это лжешериф. Ну, играйте с лжешерифом.
Удачной игры, спасибо. Прощаемся. Я объявляю победу. Мафия игроки 1-2-10 шериф. Ну, что я сказала? 1-2-10.